Красивый город, что могу сказать? Смотрите, как классно смотрится сдалека центр, центральная часть. А вот люди отдыхают. Почему бы нет? Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам Краков, город в Польше. Центральную часть только. Просто хочу показать, что здесь вокруг имеется. Выглядит он примерно вот так. Самая так называемая центральная площадь. И называется она рынок, по-моему. Главный рынок, да. И, в общем, вот так он смотрится. И я тут 4 года назад был. В общем-то, не так много поменялось с тех пор, естественно, за эти годы. Ну, кроме цен, естественно, как и везде. Я тут буквально шаурму навернул. И, извиняюсь, не шаурму, а шашлык навернул, да? И шашлык, он вышел что-то около $19 по цене. И я подумал, да, конечно, цены сильно подскочили. Ну, это везде. Но центр очень красивый, по-настоящему классный. И я очень советую здесь погулять, перекусить и зайти в музей. Там есть музей подземный. И вот как раз недавно, за последние, вот так скажем, 20 лет, очень много чего выкопали и предоставили на общий взор в музее. То есть можно посмотреть, как город выглядел в средневековье. Там 12-13 что-то там века. Вот. И мне очень понравилось. Очень важный такой узел был, связочный, я так понял. То есть весьма интересно. Да и вообще город очень красиво. То есть Краков очень советую. То есть те, кто приезжает в Польшу, часто едут в Варшаву. Но Варшава, он такой больше как советский такой город, да? Социалистического таким укладом. А здесь вот как-то больше именно старинный он. То есть удалось сохранить облик, так сказать, той Европы. Стандартной Европы. Как во многих моих видео я показывал. Ничего такого сверх прям вот нестандартного, конечно, нет. Ну, посмотрите, как красиво смотрится. Просто ходишь, и глаз радуется. То есть все примерно, что ожидаешь в европейском городе. И похож он очень на многие города, но не в этом суть. Пойдемте пройдемся до рынка. Там сейчас народ что-то гуляет, кушает, поет. И там интересно, в общем-то. Здесь на что? Так, здесь можно купить всякие сувениры, пройтись. Носки. И не только. Там на крыльцу задано. Тут что-то происходит политическое по поводу последних событий. Комментировать это я не буду. Просто скажу, что вот оно происходит здесь. Опять же, красиво очень. Несколько музеев тут посещал. Один из музеев был, по-моему, по технике. Всякие ретро-автоматы такие игральные. Весьма интересно было. Так. Можно суп взять. Вот я суп тут перекусил за адекватные деньги, что $3-4. Ага, вино есть. Горячее даже. Что, в принципе, летом, не знаю, стоит, не стоит. Обычно зимой пьется. Такая вот площадь. Почта. Это почтовая открытка, я так понимаю, можно купить здесь. Тут концерт шел. А вроде еще идет даже вон. Что-то пели, пели, и уже перестали. Давайте, пойте, пойте. А, да, поют, поют. Ух ты, изделие из дерева. Пивка можно взять, но не хочу. Вот и вся центральная площадь, собственно говоря. Эта башка смотрится оригинально как, да? Поехали.
Оцените на мосту, какие фигурки интересные. Забавно. Вон, кстати, вид на кряков, краков. Красиво, ребят, в Кракове. Ничего не добавить, ничего не убавить. По факту. Я, короче говоря, пойду пить кофе, а вам спасибо за просмотр. Надеюсь, это было интересно, как минимум. Привет из Кракова. 2023 год, лето.